Ну, может быть. Найса. Снова мы видели, как 6 человек Сатурна прессинговали Балтику на чужой полной поле, но балтийцам успеешь. Падал. Мы все видели. Пенальти. Напомню, у нас сегодня еще один матч запланирован. Будем проводить спарринг с командой Долгопрудный или Олимп Долгопрудный. У нас очень хорошая атака. Значит, Кузьмина, Ян Казаев. Великолепно, великолепный Максим сделал. Игроки Сатурна, конечно, выглядят посвежее. Они 10 минут всего на поле, на наши 80. Бежать, беги, родной. Беги, Форест, беги. Хорош. Ян Казаев. 3-2. Серьезно. 4-3. Ой, блестящая, блестящая передача. Оскар Кузьмина и Ян Казаев. Хет-трик. Хет-трик. Да, Максим это умеет, очень здорово делает это.